так, сейчас находится в режиме онлайн. Вот по мнемосхеме у нас со входа все идет. В измерение. Так, входная сеть 220, байпас доступен. Выходная... На выходе 230. Да. Все синхронизировано. Ну, нагрузка 0, понятно. Здесь больше ничего интересного не будет. Так, можем его на байпас? Да, на байпас давайте. Давайте на байпас. Ну вот видно, да, вот эта штучка поменялась. Да, пошло по входному пути, по мнемосхеме. Ага. И по измерениям, соответственно, на байпасе будет выход такой же, равен как... входу. Да. Да, вот 220 вход. Инвертор 0, 220 на выходе. Нагрузка на байпасе. Обратно? Да, обратно. Заморгал инвертор. Ждем. Сейчас он синхронизируется. Зеленая синусоида горит, онлайн режим. Да, выключается, как он у нас? Выключается он у нас сначала вот этой кнопкой. Угу. Один раз. И второй раз. Ага. Дальше идем сюда. Q1. Все, теперь он все вырубил, можно Q4 тоже. Угу. Ну вот, собственно, все. Сейчас мы его соберем. Вентиляторы нигде сильно не шумят, не скрипят. Крутится, дует.